сказке у Оли Лукоя было два зонтика – черный и цветной. В зависимости от того, какой из них раскрывал волшебник, такие ребенок видел сны. Сегодня мы расскажем вам о детях, находящихся под черным куполом грустных будней, и постараемся вместе раскрыть над ними яркий цветной зонт. В «Надежде на чудо» появилось новое направление. Интересные, отзывчивые и творческие люди помогут детям оживить однообразные будни. Я сегодня представляю вам гостя нашего отделения. Это Антон Черепанов. Прошу его любить и жаловать. И я хочу помочь вам рассказать о музыкальной терапии. Я привез вам самые интересные инструменты, которые у меня есть. И эти инструменты, они собраны со всего мира, с разных уголков света. Закрыть глаза и почувствовать себя австралийскими аборигенами дети смогли под звуки диджериду. Подходите теперь смелее, садитесь сюда. Я вам немного расскажу о музыкальных инструментах, которые здесь есть. В импровизированном оркестре каждый найдет себе занятие по душе. Особенностью авторской программы музыкотерапии, по которой работает Антон, это вера в творческие возможности абсолютно любого. Раскрывая себя в музыке, ребенок освобождается от стрессов, самовыражается и просто получает заряд хорошего настроения. Поехали! За время праздника дети успели окунуться в сказочный мир волшебных звуков бонгов, маракасов, ксилофона, гусли и колокольчиков. И все это в сказочной форме. Малыши будили лес от дождя, устраивали танцы морских жителей и даже слушали песни шаманов. И все же гвоздем мероприятия и самым экзотическим инструментом оказался газовый баллон. Именно из него Антон сварил оригинальный музыкальный инструмент, вызвавший неподдельный интерес маленьких зрителей. Однако детям он рассказал немного другую историю появления волшебного предмета на Земле. Может быть, он и является каким-то обломком космического корабля и совершенно космически звучит. И слыша эту музыку сфер, вы отправляетесь в путешествие по Вселенной. Детей в импровизированном оркестре становилось все больше. Возрастало и мастерство новоявленных музыкантов. В результате коллектив смог создать новую аранжировку любимой песни, слова которой особенно трогательно звучат в стенах именно этого отделения. Фотография на память, уже без масок, с улыбками на лице. И это главное, самое лучшее, что можно подарить детям. Не остался равнодушным к проекту «Надежда на чудо» и московский цирк. Его подарок очень пригодится тем детям, которые, миновав острую стадию болезни, из стен онкогематологического отделения отправились домой. Я знаю, что в городе Барнауле есть дети, которые больны онкологическими заболеваниями. И, конечно, как мы, любая нормальная организация, очень сочувствуем этим детям. Поэтому мы передаем 10 пригласительных билетов вам, телевидению барнаульскому, чтобы вы от нашего имени их подарили. Шоу «Под куполом» пройдет в парке «Солнечный ветер». Детей ждет яркое выступление профессионалов. В двухчасовой программе выступают более 25 зверей – львы, ягуары, медведи, собаки, обезьяны и даже кенгуру. В пригласительных билетах для ребят из онкоотделения не проставлены числа и места, чтобы маленькие зрители с мамами могли выбрать подходящий день и удобное место. Радостно, когда люди и общественные организации откликаются на просьбы больных ребятишек. Исполнение их желаний – это возможность поверить, что чудеса бывают не только в сказках. А значит, надежда есть. Надежда на чудо. Виолетта Нечахина озвучила свою мечту – стать фотографом. И благородное намерение получило необходимую поддержку. Очень больно видеть ребятишек, у которых есть проблемы со здоровьем, и хочется им доставить какую-то радость. Вот сегодня я привезла цифровой зеркальный фотоаппарат. Это очень сложная техника, сама такой никогда раньше не видела. Виолетта, к тебе гости приехали. Дочь. Здравствуйте. Подарок для Виолетты долгожданный и все-таки неожиданно приятный. Ведь в комплекте все самое необходимое. Фотоаппарат, сумка, флеш-карта, съемный объектив и вспышка. Ну, не болейте, пожалуйста. Пусть у вас всегда будет улыбка на лице, пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Спасибо. Нажатием кнопки ознаменовалось новое долгое увлечение девочки. На первой сделанной ею фотографии самый близкий человек – мама. Голову не повернула.
улыбочку, так говорят фотографы. Мечты сбываются, и ее творческий путь только начался. Предстоит еще многому научиться, но главное, счастливая обладательница сложной техники умеет видеть красоту. И ласковый взгляд через объектив ей есть на кого обратить. Друзей. Природу можно тоже фотографировать. В принципе, сейчас осень, листья очень красивые, деревья. Ваша помощь необходима. Несколько десятков ребятишек отчаянно борются за жизнь. Давайте вместе раскроем над ними купол ярких впечатлений. Ведь так приятно исполнять мечты. Юлия Агадар, Александр Морозов, Вячеслав Стариков. Наши новости.